Так, доброе утречко. Как же надоело сидеть эти ролики обрабатывать. Их. Да кто там звонит посреди ночи? Блин, в туалет хочу, а. В туалет надо сходить. А! Ты какого фига заходишь сюда? Василич, какого фига? Я думал, ты вообще сдох давно уже. Что за фигня? Короче, Лёх, я из психушки сбежал и в Богородство играть не буду. Сделаешь для меня пару видосов и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро моя голова отлетит. А, точно. Фиг его знает, зачем тебе эти шоу хриплых залезть. Я в чужие дела не лезу. Если надо, значит есть зачем. Подожди, Василич, это лечащий врач, я тебя не пускал вообще-то, что за дела? И почему вы не проснулись? Не, почему ты у меня в туалете? И почему двери такие здоровые? Ты посмотри на эту здоровую дверь. Для кого вообще она? Я-то откуда знаю, Лёх? Мне кажется, там кто-то нам звонит, я не знаю, кто-то звонит. Кстати, а в тебе что-то поменялось, пара седых волос. Может, ты, наверное, меня не видел? Да не, я просто немножко ножницами поработал. Так, пойдем вниз спустимся. Василич! Подожди, Василич. Что такое? У нас тут книжки, смотри. Василич. Ну что? Ты тоже это видишь? Почему у нас по дому бегает какая-то двуногая крыса на кухне? Я думаю, это меня еще не долечили. Ты то есть тоже, да, его видишь? Да. А, извините, а вы чей будете? О, здравствуйте, присаживайтесь, вы кушать не хотите? Я приготовил пару бутербродиков для вас. А, извините, а что вы делаете в нашем доме? Я, решил перекусить зайти, да заодно вам что-нибудь стряпаю по-быстрому. Ну, может быть, здесь это принято, может, здесь вот. А, это что такое? Так, может быть, на телефон ответим? Давайте. Василич, у тебя все нормально? Прости, Лёх, у меня это... Йоу, дядь. У меня просто подвисание с того момента, как я сбежал из психушки. Так, Василич, давай, ты же у нас шаришь, давай, переводи. Ты будешь переводить или делать до сих пор умный вид, что ты что-то типа шаришь? Он приглашает нас в свой дом под названием, под номером 666. Ничего не смущает? Не, ничего не смущает. А мы нашего кулинара с собой берем, я так понимаю? Кулинар, ты кыш-кыш. А тебя как зовут? Меня? Ну как назовете, так и назовут. Как назовете? Так как его назовем? Ну, знаешь, у него такие ушки, у него такая морда. Ну прям видно по-любому, он пока на кухне был, что-то скрестятничал. Да, ты водишь меня на мысли. Давай просто будем его звать Бен Лекс. Бен Лекс? Или Беликс. 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 Беликс, отлично. Беликс, фу, выходи гулять. Беликс, все. О, смотри, он нам и дом приукрасил, видимо. Беликс прошлой жизни. Это не я. До того, как... Я выходил здесь, от всего этого не было. Как стал известен. Так, а... Опа. Я что-то взял. Я такую штуку дома видел. Вы ее забирали? Какую штуку? А, он про эту. Она была только что в ящике. Вот а, она. А, да-да. Забирай. А ты не будешь нямки хавать? Хот-дог, видимо, оставим. Да, он невкусный. Ваши сосиски были просрочены. О, у нас, смотри, даже задний двор есть. Василич, почему ты не в этом туалете сразу? Это что такое, опасно? Чё-то ничего не видно. Фонарь. А, у него есть фонарь, откуда он? Да я на кухне нашел. Я ж говорю, ты подловил на мысли о том, что он что-то сделал на кухне, пока мы не видели этого. И вот знал. Откуда у нас вообще на кухне фонарь?
Да я вообще понятия не имею, Василий, я вообще в шоке от того, что я сидел, ролики обрабатывал, зашел, ты мне сидишь в туалете, Сережа, какая-то крыса на первом этаже готовит, как ты думаешь, это нормально? Я не знаю, где я проснулся. А, ну да, в принципе, нас позвали в какой-то дом под номером 666, ну пойдем прогуляемся. Вы в подвал спускались вообще? А у нас подвал есть? Да, вы сколько живете в этом доме, до сих пор ничего не знаете? Так у меня ведь вечная амнезия, я вечно ничего не помню. Обалдеть. О, ну сразу видно мой дом. О! Вон, о, ваши маски нарисованы, лица. Вы даже друг друга здесь запечатлели. А вы не помните, как сюда спускались? У вас явно амнезия у обоих. Да, у нас и так амнезия. Слушай, а он какой-то умный, он периодически какие-то умные вещи говорит. Не, просто мне кажется, Беликс использовал хорошую вещь под названием кирпич об голову. Вполне, вполне возможно. И такое, не спорю. Так. Алекс, гулять. Стоп. Ты что там? Какой-то странный звук. А это вообще безопасно посреди ночи выходить непонятно где. Ну, смотри. Тут, видимо, дом не заморачивался, прям вход у себя сделал через улицу. Нас в этот дом звали, нет? Я не знаю, но я полез. Дома! Василич, Василич, ты сказал, к лету похудеешь нормально, тело в порядок приведешь, что за дела такие? Тихо, тихо, еще не лето, отстань. Могу, имею право. А звонок нажать нет? А я позвонил до этого, ты еще одновременно упал. Так, и что у нас здесь есть интересного? Так, два кирпича. Ну кирпичи это ну... О! О, смотри! Ой, фас! 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 Лежать! Лежать! Это ваш сосед! Сосед! Ну, нет соседа, значит нету дома. Нормально. Здесь еще жить будешь. Как думаешь, Василич, это нормальная будка для него? Ну, мы можем здесь Беликса поселить, ну, как бы, нормально. Нет? О, да где ты эти монетки находишь постоянно? Да не знаю, я просто их нахожу. Удивительно, что их не находит Беликс. Типа он должен находить их на нюх? Да я не знаю, что там у мышей. Или у... не мышь. Что это вообще такое? Я не знаю, Василич, я до сих пор в шоке. Я 4 месяца тебя не видел. Опа, что есть? Я понял. Слушай, я это про... Он говорил, что у нас еда просрочена. Но... Что если это... Что если он просроченная кока-кола на самом деле, который такой, да ну нафиг, а? Ничего не делает. Да что, черт подери, такое ты несешь, Васильевич? Я из дурки сбежал, о чем ты? И почему он постоянно молчит? Беликс? Беликс? Да. Вы умеете, там, не знаю, шутки, прибаутки, там, все дела? Ты уметь в русский? Немного. Ну, это заметно. Ладно, пошли, Лёх. Пойдем. У нас еще тут садик. Пойдем дальше. Беликс! А, да, точно. У нас еще задний двор здесь есть. Это вообще нормально к соседям сюда врываться? О, здорово. Что-то у нас соседи как-то немножко поменялись. Ты не обращаешь на это внимания? Вроде нормальные ребята были. А что если на самом деле они нормальные, а мы не являемся нормальными? Да об этом не думал. Когда это я думал, что я нормальный, а другие ненормальные? Может быть, Василич, на самом деле это мы для них монстры. И мы ходим, их убиваем, они просто пытаются защитить свой дом. Может быть, убийцы это мы, ты не думал об этом? Ну потому что глянь вот на эту мелкую штуку с ножом, она меня пугает. Она реально выглядит очень крипово. Я когда вас увидела, тоже немножко испугался. А мы без ножей были. Ну да, сейчас гораздо страшнее, согласен. Так, мы сюда, я так понимаю, никогда не зайдем. Там, подожди, там орёт кто-то. Орёт? Мне кажется, мы должны как-то туда попасть. Не знаю как, но однозначно как-то мы должны будем сюда попасть. Смотри, здесь очень странные дома, беседка. Это что, гроб? Здравствуйте! Ой!
Обалдеть. Так, что-то тут не так. Да, мне тоже кажется, что что-то здесь не то. Это не могила. Ну, это нормально, водоемчик во дворе. Мне кажется, вполне нормально так всегда делать. Можешь позвонить? Здравствуйте. Свасти или свасти? Мне кажется... канализация. Да, мы только что тут вылазили, мы хотим везде все осмотреть. На всякий случай. Но мы постоянно... Да какого фига? Что ты за... Что ты такое? Баба Зина, предоплатилась во что-то. Баба Зина? Откуда ты знаешь Бабу Зину? Я и приходил ночью. Мне кажется, это... Мне кажется, это фигня. Просто на самом деле это обычный мирный житель. Он выпрыгнул, просил помощи. Но мы его почему-то сразу травим окучили. Он испугался, мне кажется, больше, чем мы на самом деле. Вы об этом не задумывались? А потом пациент Васильевич... Я не задумался ни о чем, кроме того случая, когда ты заорал настолько, что аж вышел у меня. А, стой, это, может это быть, ты... они себе всегда так в дом заходят отсюда? Беликс, ты воды не боишься? Где, кстати, кнопка есть? Воу, а так там еще один был проход. Мы туда не пойдем? Мне кажется, это вход в дом. Один? Да, ты... Три. Вот. И отлично, все открывается. Откуда я что знаю? Не знаю, мы нашли ключ. Видимо, ключ от дома. Либо... Чёрч. Это что, церковь? Церковь. Ну да, если с тобой такая фигня мелкая бегает, самое время пойти грешки замолить. Ну или залечиться как-то. Так вот, видите? Не, нам не туда, не туда. Не хотите туда спускаться? Нет. Секретная рука открыта! Пойдем в церковь. Мы потом... Не волнуйся, ты... Что-то мне кажется, здесь... Че? Что это такое? Что ты такое? О боже, как они страшно выглядят! Василище, дай им съесть меня! Таких страшных созданий еще никогда не видел. Ну и... Василич! Василич! За Василича и двор! С Беликсом бьем вдвоем в упор! Я привык... Ой! Ты где, Василич? О, я монетку нашел! Так ты куда вообще убежал? Ой, ребят, я вот, я тут монетку на ящике нашел. Что ж ты монетки все время где-то ищешь? Ну, так ему нужны деньги на новые дома. А откуда ты крест взял? Ой. Обалдеть, Василич. Слушай, а если ты Беликса разочек ударишь, может быть... Может быть, ты изгонишь этого беса? Кажется, тут бесы это мы, а не он. Ну да, вполне вероятно. Но она, видимо, жизнь его послала, чтобы она нам мертвым не казалась. Когда-то ты говорил это про меня, а теперь про него. Но, в общем-то, ничего не меняется. О, там аптечка. Аптечка? Че, рано залечить хочешь? Ты ж человек-харчок, ты можешь просто харкать, и все, у тебя все залечивается. Я утратил свои силы в психушке, мне сказали, никакого человечка-харчка не существует. Ну да, ты ведь все время говорил, что у тебя вот типа усы твои могут телепортировать во времени и так далее. Не зря я тебя тогда туда сдал. Так это ты меня сдал. Я лечащий врач твой, ты че? Этого всего не существует. Ты серьезно думаешь, что с нами может бегать вот эта мелкая фигня? И типа, это человек, по-твоему? Ты его видел? Ты глянь на него. Это просроченная, ожившая еда, которая офигевает с того, что и... Такие дебилы еще находятся, как мы. Я не знаю, обычные в какие рестораны люди, ты ходишь. Обычные люди пошли... Я конечно, понимаю, что ты, может, в Китай там переехал, вот они что-то похожее съели после этого по всему миру, непонятно, что началось. Блин, ногу чуть не слал, давай на ручки.
Меликс. Так, ну пойдем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Закрыто. Показываю. Как-то здесь странновато, темновато, ты не находишь? Не, о! О, дырка. Отверстие! Я к вам дырку вот пролез, когда вы дома сидели. Трудовик бы тебя сейчас крестом по голове туда. За дырку. А слева кто твой, значит пойдем направо. Мне кажется, всегда нужно так делать. Если ты пойдешь налево, то выживешь. Тогда я пойду направо. Так, давай сходим, посмотрим, что есть. Круто. Меликс, у тебя же по-любому есть какие-то интересные истории. Из жизни. Как ты, например, на кухне нашей ошивался. Как ты съел непонятно что, хотя... Так, а зачем нам... патроны. Да, меня больше смущает вопрос, что за человек вообще везде ходит и патроны раскидывает. Типа заначку везде оставил на всякий случай. Вспомни 2020-й и теперь осознай, что действительно это полезная вообще-то заначка. Так, здесь как-то странновато. Какие-то двери реально здоровые. Кстати, Феликс может проходить вообще не нагибаясь. Пистолет, ребят. Отлично. Ух ты, у всех есть пистолет. У меня нету. В смысле? Есть. Есть у всех. А, да, точно, нифига себе. Василич, может быть, пора? Правословно! Опа. Слышишь, говорю, Василич, может быть, пора? Может быть, я пришел к вам? Застрелить это? Не-не-не-не. Я пришел к вам, чтобы наконец-таки вылечить ваши головы. Наши головы? И... Один из нас бегает с крестом в руках. Да, слушаем. С помощью этого инструмента как раз-таки мы будем вас лечить. Свинец в голову не помогает, проверено. Да, так же, как и лоботомия. Ладно, так. Мы еще найдем способ. Да, мы обязательно найдем этот способ. Вообще-то я лечащий врач. Вас лечить сейчас будут лоботомией и крестом. Крестотомия, да. Тоже, мне кажется, я неплохо. Попробовать. Откуда вообще этот пистолет взялся? И почему он взялся сразу у нас троих? Ну, мы делимся. А, то есть мы по кругу, да, ходим? Погоди. Ловушки. Мне кажется, мы что-то где-то и не подобрали. А, во. Заходите. Это ключ. Василич, ты же у нас главный по ключам постоянно всю подвалочки свои закрывал. О, теперь мы вернулись. Да, это замечательно. Мы будем все характеризировать, да, что происходит. Что? Что ты такое? Это собрат этого. Меликс, фас, Меликс. Да не сойдёт на кара! Василича! Подожди, мне кто-то кажется, там что-то сзади. Там еще идет. Уходи! Василич! Василич! Отбегай назад! Давай, Василич! Имя Василича, Беликса и Святого Лехи! Во имя подвала! У меня ощущение, что они за мной пришли. Да, я тоже думал. Именно об этом я и подумал. Ну не боитесь. Они не такие сильные, как кажутся. Ну да, крест их уничтожает. Святая мощь. Вы, главное, меня крестом не огрейте. Сразу испаришься, да? Василич, мне кажется, это этот мелкий черт их к нам заволок. Так, стой, а мы открывали дверь ключом? Какую? Я не знаю. Мы должны открыть дальше канализацию. Так, а вот здесь что? Лампочка горит. Вот, да. Действительно. Здесь лампочка даже горела, типа идти сюда. Вы как-то чувствуете себя так себе, Василич?
Вам надо лоботомию сделать, вылечить. Это я... Так, забирайте, забирайте, Василич. Это... Это что, это палец чей-то или что? Давайте не трогать, я не трогаю чужие пальцы. Не-не-не. Это ни на что не похоже, но я немножко в шоке от того, что это такое. Так. Да, не открывается. А вот это открывается. О, смотри, шкаф. Супер-дупер-пупер-скупер. Это Беллик сокращенно. Только ошибок несколько. Это мое. Ладно, не что это? Что это вообще такое? Так, мне кажется, что-то где-то... А, я понял. О, отлично. Так. Я нашел. Я нашел детонатор. Отлично, я нашел бомбу, Василич. Ну, значит... Так, значит, я ставлю, ты взрываешь, Беликс контролирует. О, да, черт, я ведь не успел убежать. Нет, я прикрою своей пятой... Василич, да у тебя есть куча времени, чтобы отбежать. Слышь, да он реально какой-то демон, как вы в живых остались. Стена разлетелась, а вы оба живые. Беликсу вообще даже наклоняться не нужно. О, выход. Отлично. Не, смерть это не выход. Кто говорил, что... Беликс это выход. Опять? Беликс надоел уже, ну хватит, и нету здесь вокруг их. Здравствуйте. А там дальше куда-то еще может пройти? Ну мы так сюда, да? Давай в дом зайдем. Василич, а ты сможешь его поднять своим крестом? Поднимайся! Вставай! На работу пора! Нет, не поднимается. Василий, зачем ты сидишь, труп бьешь? Дай-ка я попробую. Не получается. Мне кажется, теперь ему еще в туалет будет намного проще ходить. Ты ведь в курсе, да, когда человек умирает, он обсирает. Теперь у него на 3 дырки больше сзади. Ну, по крайней мере, легче будет. По-моему, у него уже и так все опустошено. О, здесь телек есть. О. Ты что-то... тоже видел? Да, какого-то демона показали. Так. О, коробочка. Здесь есть что-то. Ух ты. Привет. Че? Погодите. Леха, с какого момента на картине остаются следы? А с какого момента с нами бегает как эта крыса с ножом? Это тоже, знаешь, извини. Как-то ты очень странно задаешь вопросы, если так честно, по чесноку-то, Василич. А я задавал эти вопросы, только вот к ним никакого ответа к ним не было. Так, так, а кому-нибудь нужны там что-нибудь? Патрончики, там, няшки? Да забирайте. Так, Василич там больше всех это бедствует. Беллик все забрал. Он хотел просто тебя отнести, ну... У него кармашки маленькие. Ну, бывает. Ну, пошлите дальше. Пойдем. Тебе. Пойдем, Василич, неси свет этому миру. Несу. А, свет заключу. Больше не понесу. Давай ты, Леха, я все. Я, кстати, не удивлюсь, если это замок Беликса. Беликс, у тебя есть какие-то от нас... Секреты? О, ключ. Ключик. Ой, это не мой замок. Я даже не помню, откуда я взялся. Я просто сразу очутился возле вашего дома и смотрю-ка, еды много. Думаю, ну надо готовить. Не, я раньше обычно к Васильевичу просто в подвал ходил постоянно. А потом ничего, сдружились. Ну, если сидишь у какого-то мужика 10 лет в подвале, то, в принципе, находишь с ним общий язык со временем. Ну, примерно вот так можно описать наш общий язык. Да. Это ваша старая фотография? Ну, это до того, как мы стали известны. Двери заперты. Заперты где? Везде. И нигде. Так, есть на второй этаж лестница. Так, Василич. Ты думаешь тоже, что и я? Книги. А, ты о книгах? Я просто о книгах никогда не думаю.
Ну подожди, здесь не просто так же столько шкафов. Away. Стой, и что это? А, ты что-то открыл? Да, я открыл снизу какую-то дверь. Василий, сильно вперед не бегай. А то мало ли. Мне кажется, мы сюда еще вернемся. Почему-то у меня такое странное чувство, что мы обязательно сюда еще вернемся. О! Блин, ты не видел? От напряга. У меня кирпич куда-то выпал. А, так это я его сжал. Так. Нет, я... Василий, здесь даже туалет есть для себя. Подожди, он такой маленький, мне кажется, для Беликса. Да? Он ему больше подходит. Да. В смысле, подожди. Поэтому туалет. Нет, подожди, он прям реально, смотри, он когда садится, сядь еще раз туда, прям в упор. И в упор смотри на нас. Он прям реально, он сидит, как бы, он прям сидит на него и улыбается. Что это такое? Я освещаю этот белый трон. Пошлите. Еще пригодится. Мы нашли ключ. Какой-то ключ. Он прекрасен, он могуч. Так, может быть, он от этой двери? Нет. А может, сверху вот тут есть дверь как раз? Да-да-да, я тоже не помню. Давай попробуем. Да, это действительно отсюда. Мне кажется, здесь немножко какое-то подозрительное место. Да не, тебе кажется. Тебе кажется? Что такое? Это реально? А, вот. Что, реальность? Или что? Какого фига, ребят, выпусти меня отсюда! Потолок! Мы достанем тебя, не беспокойся! Ребят, где вы? Ой, а ты где? Я, видимо, заходи. В какой-то параллельной вселенной. Заходи, где вот ты зрел. Да, вот. Обалдеть. Я уже здесь. Вот с тех пор, как мы его встретили, творится какая-то чертовщина. Лёх, после того, как мы встретились, когда творится какая-то чертовщина. И почему я здесь написано смерть? Так, и что? Давай. Здесь давай. Заперто. Опа. О, ключик. Это хорошо, когда ключик есть. Плохо, когда ключей нету. Да, ключи есть, значит, есть что открывать. Да, это... Он не хочет нас пускать. Ты срёшь... Ты дальше опасно. Ты срёшь там, что ли, опять? Может быть. Еще не определился. Не заходите. Что надо? Я говорю, не стучаться ко мне. Так она заперта. Ключ не отсюда даже. А, ключ отсюда, что ли? Он сидел просто срал, а мы кломились к нему. Вон не видел. Хедшот. Не получилось хедшот сразу. Так два практически сделал. А может по этой штуке надо ударить? Она выглядит подозрительно. Ключ! Спрятанный ключ! Извините. Василич Могуч! Он знает меня! Он жесток и могуч, он прекрасен и куч! Смотри, чё? Внизу. Ты понял, да? Подожди. Здорово, ребят. Здорово. Как поживаете? Правильный проход. Наверное, вот это правильно. Да. Может, поворот пропустил. Я боюсь темноты, давайте, вы первые. Это очень странно, глядя на тебя. Я на секундочку подумал, что мы на лифте едем. Василий, ты так идешь, как будто в штаны насрал. Я тебе прям базарю. О, кровать, поспать можно.
Ну, здесь место только для двоих. Ну, ты в ногах? Намёк. Феликс. Подожди, кто-то сейчас стучался или мне показалось? Мы нашли какую-то цепь. Да что ж такое-то, ножик? Помощь! Может быть, нужно найти много цепей? Ты ее просто вырвал, что ли? Но... Я не понимаю! Я же... Да, я к лету подкачался, нас, по-моему, закрыли здесь. Или Беликс нас закрыл. Беликс, что с тобой не так? Ну, я решил дать вам немножко уединиться. Что? Так, и зачем мы ее сорвали? Ты же понимаешь, что это значит, Лёх? Мы наконец-то можем поспать просто да, так! Отлично! Спокойной ночи, Васильич! Феликс? Ты хотел нам дать уединиться? Почему ты не даешь нам уединиться? Хороший песик в ноги бежит! Кто в ноги бежит? Беликс! Беликс! Ну я говорю, Беликс гулять! Что, левая, да? А, ну, нам, наверное, сходить и все цепи везде оборвать. Зачем? Да что ты за фигня такая? Феликса, не трогай. Почему они постоянно орут, Васильич? Не знаю. На меня тоже, когда я в психушке был, постоянно орали. Опа, аккуратней, аккуратней. Опа. Во имя... Во имя Васильевича! Просто, Васильевич. Просто руками, Васильевич! Да откуда? Да я... у меня нет такой силы, Лёха! Я просто рукой вырываю спокойно. Я просто пока еду у Беликса вырывал, у меня знаешь, как руки накачались. А он любит постоянно что-нибудь во рту зажать, прямо не отпускать, да, среди... Да. Это, кстати, да, а какую он еду ест? Не знаю, что на кухне найдет. Кухню. То же самое, что и ты, в принципе, Васильич. Практически. А, то есть ты меня замену нашел, да? Так. РДПС. То есть, подожди. Буква П и Д. Здесь одна буква явно лишняя. Но я думаю, это не то слово, да? Да, видимо, не сработало ничего. Так, стоп. Может... Ну, явно не перди. Ну-ка. Да. И что за слово было? Прайд. Кто? Прайд. А, прайд, да? Ну, это хорошо. Мне там просто несколько других слов показалось. Да, вот и мне тоже показалось несколько хороших. О, аптечка. Это хорошо. Раны свои залечь. Ты тоже сможешь. Надо было оставить Беликсу. Беликс выживет. Так, а зачем мы сюда вниз вообще спускались? Ну, аптечка. Дверь-то открыта, да? Ух ты. О, подожди. Я чё, Макс, что ли? А ты Пейн? Ах ты, он хитрюга! Он нашел поворот! Он нашел поворот? Я тоже нашел какие-то несколько поворотов. О, здесь, наверное, нужно перепрыгивать. Опа! Ты толкнул меня! Ты толкнул меня! Спиной! Так я назад хотел разогнаться! Отлично! Так, не толкаемся, не толкаемся, главное! Вообще, почему мы идем как по какой-то струйке крови? У кого-то опять эти дни, что ли, начались или что? Опа, стоп, свет. Ты видишь? Ну-ка. Подожди, да. У меня здесь просто тупик. Я не туда пришел. Выход. Выход, но он закрыт. Я свечу тебе. Лёха, сюда. А, отлично, бегу. Ну, выход не выход. Это обман. Так здесь написано выход. Ну, ты попробуй открыть. Давай, ты ж сильный. Там, кстати, кто-то плачет. Я прям слышу. Васильич, ты опять за старое взялся? Вспомнил что-то? Что я вспомнил? Ну, не знаю.
Так, что там в конце могу... налево тупик. А какие у нас еще варианты есть? Тут ничего. Ну, варианты есть всегда. Смерть это не выход, Василич, я повторюсь. Там еще в самом начале, по-моему, куда-то направо был поворотик, нет? Ну, так я... А, да-да-да, тут вот дверь нашел. Идите сюда. Ага. А, здесь тоже надо было перепрыгивать. А, вот, точно. Тут комната. Тут Энви. И да? Здесь глаз. О-о-о-о. Я стрельнул по нему, ему не понравилось. Глаз ты нарисован, какого фига? Гули-гули. А, в смысле, а тут ребенок? Может, еще разочек ему всечь? Че, ребенок там? Может, да. Может, ребенка отдать глазу? Это я про Беликса. Кто шипит? Так, ну нам же явно нужно что-то сделать. Я его трогаю. Что-то так. Какая-то дичь сейчас произойдет, мне кажется. Нет? Что это такое? Изыдите демоны, изыдите демоны. Во имя святого Василича Беликса. You murdered. Ты убийца. О, смотрите, голод они. Голод. Мне кажется, сейчас что-то произойдет. Ой. Складывается в слово прайд. Что? Они живы? Ну прекрасно, я рад за них, что они живы. Но это нам ничего не дает. Но это нам вообще совершенно ничего не дает. Не помогает. Даже, может, все, мы типа все сделали и можем идти назад, я так понимаю. Ну, видимо. А можно вопрос, а что мы сделали? Ну, видимо, от греха избавились на душе. Так, а справа до этого там тупик был. Может быть, там что-то открылось, например? Я иду сейчас туда. Ну-ка, может, дверь открылась? Ты направо или налево идешь? А, закрыто. Давай справа глянем. Ну, просто... О, там может... какой-то свет. Да. Потрогай свет. И чё? И чё я сделал? Ты потрогал свет! А может теперь на... Беликс! Беликс! Захватила тьма! Ну я нашел лампочку! Кто, чё, где? Это Беликс нашел лампочку! Я вернулся обратно, ребята, ко мне! Я нашел проход! А куда к тебе? Идите обратно, я так здесь. Так я уже стою на этом повороте. Вот. Ага. Сюда. Пошлите. Так, свет. Там ключик. Найгмарк. Отлично, теперь нам, видимо, назад дойти, я так понимаю. Теперь нужно открывать дверь, которую мы видели с вами. Нужно. Обязательно нужно. Нужно так. Лёх, ты еще там сзади? Да. Я бегу. Странно, это, конечно, прозвучало. Ты еще там сзади, Лёх? Ну, именно так, о чем-то обычно и мечтал. Да. Здрасте. О, мы вернулись в реальность. И мы живы. А, то есть это время мы были не в реальности, да? Ну, у нас опять Беликс по кирпичом поговорил. Ну, на самом деле, мы будем делать вид, что мы этого не видели, и Беликс молодец. Опа. Для меня лестниц не существует. Я безбашенный. Блин, я Беликса постоянно теряю, просто на определенном уровне поворачиваюсь, он может сзади идти, а я его даже не увидеть. Так, а это открывается сейчас? А, нам нужно найти ключ, чтобы открыть.
Ну, это, в принципе, логично, что нужно ходить ключ для того, чтобы открыть. Нет. Опа. А, так мы его, может быть, должны были оттуда, с того мира принести, нет? А у нас был в том мире ключ? Так, ну... А мы можем вообще вернуться в тот мир? Мне кажется... Нет, да, как говорится, лавочка закрыта. Нет. Стоп, погоди. Обалдеть, нифига себе ты. А, мы же в прошлый раз только в том мире тот же самый ключ добрали. За картиной. Или нет? Нет, мы на полу его взяли. Или это Василич ответ? Лёхий аргумент. Лёхий аргумент? А можно еще помедленнее? Ну я помедленнее буду. Дверь выглядит так, как будто ее можно разбить. Здравствуйте! У вас тут что? Патроны? Берите. По пачке. Поликс. У меня бы чернил, конечно. Чернил, конечно. Зачем? Черливых. Чувствую себя более... Уверенно, да, когда у тебя чернила есть? Конечно. Может быть, тебе соорудить чернильную машину? Возможно. Смотрите, кто-то висит. Ну, может это быть, на... это... Не игрушки, не трогай, это на Новый год. Не, может, они просто позвоночник вытягивают. Ну, новые терапии, там все дела. Может, принято у них здесь? Ну вы врач, вы лучше разбираетесь в этом. Что, кто, где? Кто орал? Никто не орал. Чё ты? Сразу что ли? Орал, не орал. А, то есть это так, да, работает? Я только, до меня только сейчас дошло. А, ты только понял, да? Да. Я беспредельщик, бегите! Ну, секси-бой. Где-то мы, кстати, этого парня видели. Он нас до этого на работу Васильевич устраивал. Где? Беликс, Беликс нюхает. Сейчас он понюху найдет, там все покажет. Ну, один из таких висит как раз-таки вот на дереве. Ты думаешь? Конечно. У работодателя просто бизнес после пандемии все упал. Мне кажется, лучше висеть на обложке, чем на дереве. Однозначно. Я чувствую, что... Один с чемоданчиком пошел в этом направлении. Нам нужно искать его где-то здесь. А их несколько, что ли? Конечно, там такие, кто не проходит собеседование, сразу на дерево забираются. Их оттуда бросают. Вот это жесткие выборы. А самые умные потом проходят дальше. И становятся вашими соседями. Я вот до сих пор не знаю, почему вы не знакомы с своими соседями. Почему они до сих пор... А, мы просто интроверты. Ну вот, кстати, вот... Что? Ну, кстати, комнатушечка для это для Беликса нашли. Только она чуть не открывается. Как раз... Не, его размерчик. А, так может это... Он отсюда и сбежал. Бесплатный. Может быть, кстати. Слушай, ты отсюда сбегал по-любому. Не, ну, кстати, двери реально, они какие-то великоватые. Прям, ну, как бы... Все, я понял. Ему давали бесплатные бананы. Он хотел чернил с гелевых ручек. Ну знаешь, какие обычно люди так начинают писать чернил из ручек. Вот он так же хотел, а ему ручки не давали. Потому что нужно было писать, и он их высасывал. Было дело. Все-таки тебя на этом подловили, да? Меня, походу, из-за этого и как раз таки выкинули из этого дома. Сейчас поговорим! Они должны быть в ответе за тех, кого приручили. И у тебя странные хозяева. Подожди, а где Беликс? А вот он. О. И почему мы за решеткой? У нас это, Василич, ты можешь ввести. О! Я вам лестницу спустил. А, молодец. Хороший Беликс, все-таки хороший. Недооценили. А мы монетки больше не находили. Я какой-то рычаг нашел. Лёх. Мне надо закрыть рычаг. Не закрывается. Берите. Так, подожди. Проверочка. Отлично.
Смотри, там по телеку кого-то показывают. Это мамка. Чья? Василич, ты где? Василич, ты куда ушел-то? Я тут упал. Василич, помогаем тебе, помогаем. А тут вентиляция, патроны. Ребята, вы там чем-то заняты, да? Здрасте. Мы Василича спасаем. Василич, у тебя там как, все нормально снизу? Да, тут двери. Ну да, потому что остальное все я забрал. По телеку там точно ничего больше нету. Не, по телеку вообще ничего интересного не показывают. Давай, пойдем. Да, соседи у вас, конечно, не гостеприимные. Ну, такие вот соседи, как бы сказать, как это выражение-то? Забыла. А ты где, Василич? Я тут телевизор смотрю. А где тут-то? Может быть, вам хватит без нас бегать? Да нет, я чё без вас-то бегаю? Я... Так, а вы в сад пошли, да? А я в доме просто бегаю. Так мы и спрашивали, где ты. Ну, в доме телевизор смотрел. Ну вот хорошо, что ты посмотрел. У-у-у, чувствует моя пятая точка, сейчас будет какой-то веселье. О, здорово! Мне кажется, сейчас начнется какая-то жесть. О, а Беликс умный. Мне кажется, Беликс должен что-то сказать на своем демоническом языке. Что-нибудь на латыни. Если бы я его знал. Ну, мне кажется, может быть, вас поэтому и выгнали, что вы его не знаете. Опа. Много патронов. Хорошо. Всяких нямок. Так, погоди, что-нибудь на латыни? А, как-то... Ну, у тебя, это, ну, не знаю, может, просто откуда-нибудь. Индустрия! Это вроде что-то на латыни. Да, это что-то вроде на тупом. Очень даже, кстати, сравнимо. Смотри, здесь патрончики есть. По пачке. На заначке. Василич, вы идете сюда, нет? По пачечке. По пачечке, заначечке. На улицу идем. Что-то кто-то орал, по-моему. Из этой комнаты вроде. Да, может быть, кому-то какая-то помощь нужна, либо что-то в этом роде. Здравствуйте. Парень. Заперли. Нас заперли, Василич. О! О! Беликс, фас! Человеку плохо. Да мне кажется, ему давно уже плохо. Искусственно. Вот, все, теперь ему получше. Хотя бы спину. Кто-то что-то воет. Ой! Ты чё? А, ты чё, дровишки поджёг? Нормально, тепло сейчас будет. Смотрел этот фильм «Ветер Дим»? Подожди, что? В окно посмотри! О, здравствуйте! Вы что-то хотели? Беликс, это твой хозяин! Сладость или гадость? Беликс, признавайся, это твой хозяин! Нет, это, скорее всего, как раз хозяева этого дома, и мне нравится, что мы у них поселились. А ему нет! Ушли куда-то. Ну, видимо, он... О, у нас дверь сюда открылась. И сюда? Ну что, попробуем открыть? Ну, давай, может быть, мы сможем пройти в другой дом? Вы что, почему бегаем по домам? Что мы пытаемся сделать? А, ну, подожди, и... вот эта картина, смотрите, она всегда смотрите. Здесь висела? Какой-то этот... Василич. Монстр. Василич, я чую. Начинается. Я тоже это чую. Почему картина бежит на меня? Беликс! Я справляюсь. Беликс, мы вернулся. Он напал на меня. На вас переключился. О, ужас! Я переключился. Нравится свинец, свинец. Давай толпой, крестом ему разочек шибани на всякий случай. Изыди! Ты разозлился. Он разозлился, да. Ну, не каждый день тебе кто-то похлебал, крестом дает. Мне кажется, это действительно плохо.
Василий сейчас сбоку бьет. Ладно, не убьет. У меня патроны кончились, у меня есть пистолет. Точный выстрел в голову. Что это такое? Василий, аккуратней. Походу приходят они. Ой, погоди, погоди. А чё? А... Чё? А мы не все собрали. Ну, видимо... Ну вот, мы теперь в бобс-рум не попадем. Блин. О, тут есть... Прекрасно! Я в своем стиле! Мы попали куда надо, в микс-рум. Так, бобс-рум у нас что? А бобс-рум у нас закрытый. Не, я так не играю, все фигня, давай по новой. Вот тут действительно все фигня, давай по новой. Что за вечеринка? Мне кажется, здесь специально соседи наши как раз таки сделали так, что нету никаких больше монет. Монет специально не хватает, что мы попали только в Дикструм. Мне кажется, мы просто не все монеты собрали. Чувак, это вечеринка, отстой. Я ненавижу этих парней. Зато теперь у вас есть я, ваш друг. Питомец, скажи. Я попробую танцевать под эту тишину неловкую. Надо... Света нет, ничего не видно. Мне кажется, это, пора начинать звать его. Дух, святой дух. Святой, нет, святой дух не призывается. Зови Лёху. Лёху звать? Лёха! Лёх! Лёха! Лёх! Итак, привет, уважаемые друзья подписчики. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертик, Максимус Чаннел и специально приглашенная звезда Лекс. Я его фанат! Я снимался со звездных кого-то! Ребят, если вы давно ждали шоу Хриплых, напишите, соответственно, об этом в комментариях. Ребят, не забываем подписаться на канал Maximus Channel, на канал Лекса. Ссылочка найдете в закрепленном комментарии. Ссылочку вы найдете в описании. Напишите вообще, как оно спустя 4 месяца. Да-да-да, мы знаем прекрасно, что мы проходили эту карту. Мы такие, чтобы уже что-то проверенное втроем сыграть, пройти. Чтобы вместо чего-то, я не знаю, обычного. Максим, скажите что-нибудь. Что я скажу? Это невероятно вернуться спустя 4 месяца к данной роли. Я невероятно рад тому, что мы смогли снова почувствовать себя в этой атмосфере приятной, где ты общаешься, кричишь фигню, и это весело. Короче, лайк, подписка, и тогда шоу Хриплых точно будет продолжение. Да, ребята, однозначно, так что все вот так, спасибо, все, что были, по-моему. Лекс, вы хотите что-нибудь сказать? Да, очень приятно, что пригласили. Очень прикольно, на самом деле, с вами здесь стараться импровизировать. Хоть у меня не сильно это получилось, потому что зачастую вы как раз-таки все вывозите на себе. Ну... В любом случае, очень прикольно, ребят. Если вам хочется, чтобы мы продолжили такое снимать, чтобы я участвовал более, не знаю, лучше себя показал в этой роли, Бендикса, или как вы там называли, Бендикса? Беликс, ну типа Бенди и Лекс, да, Беликс. Я понял, да. Ну в любом случае, ребят, комментарии, лайки, подписочки, все от вас ждем. Ждем полной активности для того, чтобы понять, нравится ли вам этот вообще шоу Хриплых, этот сериал. Так что давайте, ребят, покажите полный актив. Ну да, тут потому что в любом случае, когда первый раз снимаешься, смысл как бы это, как бы мы там с Васильевичем, поскольку мы ходили вообще этот смысл, язык вот это вот пытаться что-то, смысл как бы это. Лёх, у нас ветчина пропала. Ветчина пропала? Что за дела? Беликс, ветчину мою верни! Он убежал! Он украл нашу ветчину. Подожди, что это такое? Что там такое происходит? Ты видел, да, это, в смысле, залог сейчас на какое-то будущее был? Под залог! Под залог, да, там было написано GMD-13 вступает в игру. Это что, неожиданная концовка или что это такое? Продолжение следует. Да, продолжение следует. Все, всем удачи, всем пока, не забудьте подписаться. Давайте, увидимся.